И всем привет, ребята, и это продолжение того самого стрима, и это наш победитель Art Studio. Наверное, вы его помните. Вот самый Артём. Робот. И он должен получить супер корги. Так, я очень рад, что он его получит. Он же выиграл. Ну, давайте. Что? Как ты? Что ты сказал? А? Он какой-то злой. Он сказал, гони экс или вломлю. Кажется, я не знаю, что с ним делать. Так, ребята. Как вы видите, тут какой-то игрок ко мне подошел и сказал, гони экс, а иначе вломлю. Но я не хочу ему давать экс. Так. Он какой-то злой. Он хочет получить в это. Так. Что ему же надо от меня? Он кидает мне трейдл, он давай понимать. Так, что он мне даст? Или что? Или я ему что-то должен? Так. Ну ладно, давайте посмотрим на его трейд. Да блин, давай мне уже пэтов. То есть ты мне дай, что хотел, или я тебе что-то должен? Ладно, окей, сам кидай ему трейд. Все, принимай. Ладно, все-таки вот ты получаешь этого пэта. Ладно, ладно, ладно. Прощай, супер корги. Где он у меня? Где? Стоп, я ж... Где у меня суперкорги? А, он у меня в главном. А, сейчас, погодьте. Еще раз кидаем арт-скориум. Он у меня где-то в главных. Вот. Получай. Он уже... Так. Он нажимает риди. Окей, жму. Так, так, окей, окей, так, он что-то стоит. Так, что он стоит? Он меня заскамил. Давайте напишем чат. Нет. Блин, ребят, он оказался скамером. И он убежал с моими пэтами куда-то. Ну, блин. Ну ладно. Меня заскамили, ребят, прямо на стриме. Ну, прямо на стриме. Бывает. Ладно, что я вам хочу разыграть? Huge Cupcake. Берем. Вот его я вам разыграю. Huge Cupcake. Я выберу трех победителей на Huge Cupcake. Да, да, да. Но этот чел оказался таким наглым скамером. Прям он смог меня заскамить. Но мы когда-нибудь ему отомстим.
Короче, Хьюч Капкейк, он очень крутой, так что давайте отправляться в наш WhatsApp и что-нибудь там напишем, потому что в WhatsApp так всегда у нас что-то есть. И вот мы находимся в WhatsApp, смотрите. Напишем конкурс на Хьюч Капкейк, что бы получить, пишите слово Назар. Выберу трех победителей, а рулетка выберет, кто победит. Так, ждем, пока что кто-то напишет. Так, я уже выбрал одного победителя. Это у нас Миха. У него есть шанс забрать капкейка. Атим. Ой. Так, ждем. Так, подождем. Фаерверк печатает. Фаерверк. Та-та-та-та-та-та-та. Что он тут делает? Та-та-та. Назар. Ха! И это все. Так, кто-нибудь присоединитесь к этой битве. Назар. Назар. А кого нам еще выбрать? Давайте Илью. Или еще. Артскур. Вдруг Арскурим захочет вернуться и опять меня заскамит, как наглого мамонта. Блин, ну ладно, ты уже победитель, и еще какого-нибудь победителя выберем. И давайте еще Степа. Все, погнали. Сейчас в рулеточку. Рулетка А4. Ну давайте. Ну, давайте крутим. Да крутить. Все, крутим. И кто же нам выпадает? Нам выпадает Миха! 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 Миха, если ты смотришь этот стрим, давайте напишем нашему победителю. Вот, Михамикс. Пишем ему. Ты получаешь биг... Ой, куда-то не то. Да улетел биг. Шлёпу-флопу. Как там называется вот это вот? Биг капкейк. Заходи в пэт-сим-мулятор ког. Да? Сможешь забрать приз. Деньги. Ой. Приз. Вот. Все. Короче, ребят, Миха сейчас заходит в игру и получает вот кого. Да, я сейчас... Наверное, вы в комментариях сейчас кто-то будет писать. Я хочу этого поэта. Вот он. Хьюч Капкейк. Разница от этого капкейка от другого, смотри. Первое это ник, второе это Дарка Дзене. Так что тебя могут заскамить на другого пэта. Так что если тебя будут предлагать такого же на 200 с чем-то тысяч, ты просто нажми на него. Если там написано Huge Cupcake маленькими буквами, то это правда. Если... Смотри, вверху должно написано Cupcake, а внизу Huge Cupcake. Если там так написано, то тебя не заскамят. А если вверху Cupcake, а и внизу какое-нибудь имя, то это скам. Так, все. Кидаем нашему победителю трейд. Ура! Кстати, всем привет. Забирай. 19 к вам. Нормально, нормально. Так.
Так, поздравляю нашего победителя за 250 тысяч подписчиков. Мы сделали вот такой розыгрыш самого такого крутого пэта. Кстати, скоро на не знаю на сколько подписчиков, наверное, на 180 мы сделаем того пэта, которого удалили из игры Huge Hacker Cat. Вот. И вот. Мне радует, у меня уши, ребят. Да, у него уже... У тебя же первый хьюч в коллекции. Да, самый, причем первый. У меня не первый, у меня все, кроме Хакер Кэта и Пиксель Кэта. Ну не первый, но два у меня их. У тебя какой ну, есть? Нормально. Ну ладно, короче, да. С вами был я, Назар, и наш победитель Миха. Всем удачи, всем пока-пока. Всем пока.